Брюки Позитано насыщенного синего цвета, цвета морского, цвета индиго. Да, дорогие друзья, это цвет гармонии, и очень часто женщины подсознательно выбирают именно этот цвет. Но если вы яркая модница, порадуйте себя яркими цветами, например, цвет мяты. Обратите внимание, насколько прекрасно он будет смотреться. Кстати, каждому из этих ярких цветов легко подобрать любой верх. Мы предлагаем вам готовые стилистические решения. Я сегодня выбираю насыщенный баклажан. Насколько мне понравился этот цвет, а самое главное, дорогие друзья, я выбираю к моим брюкам еще и блузы на талии. Обратите внимание на то, насколько удобны эти брюки. Это летние брюки, дорогие друзья, дышащая ткань, габардин. Итак, что входит в эту ткань? Это и, конечно же, вискоза, это полиэстер, это эластан. Дышащая ткань будет радовать вас комфортом. То есть получается, что у нас здесь собран микс из различных нитей, и все они благотворным образом влияют на ткань. Посмотрите. Мы для вас предлагаем готовый комплект. Вот и Светлана выбирает изумительного цвета брюки баклажан. С синими брюками, пожалуйста, фиолетовую блузу. Ну что ж, дорогие друзья, я уже вам сказала, что в нашей программе мы превращаемся в страняшек, мы теряем на два размера. И в чем же секрет этих брюк? Во-первых, обратите внимание на силуэт. Эти брюки вытягивают ножки любой женщины, делают ее стройнее и изящнее. А еще они слегка заужены к низу. Именно этот фасон предпочитают наши дамы. Но разве вы скажете, что размер нашей Евгении 50-й? Конечно же нет. Она потеряла на два размера. Размер 46-й. Она выглядит на 46-й. А ведь действительно, это российское производство, российская ростовка. Прекрасный размерный ряд. От 42-го, внимание, на худышек, на стройняшек, до 60-го на женщин с пышными формами есть наши брюки Позитано. Запишите, запомните. Яркие брюки летом должны быть у каждой модницы. В нашей ткани входит эластан. Именно благодаря эластану наши формы подтягиваются и становятся намного выигрышнее. Каждая женщина стремится к идеалу. Посмотрите на ровные очертания, и они доступны каждой из вас. Вы просто должны выбрать правильную вещь. Сейчас я хочу продемонстрировать вам, какая высота наших брюк. Посмотрите, они идеально доходят до середины нашей талии. Это самая лучшая длина, дорогие друзья. Я покажу вам сейчас на себе. Посмотрите, сколько здесь еще свободы, насколько они комфортно сидят на мне. Итак, обратите ваше внимание, насколько мне комфортно. Вот они, идеальные линии, идеальные пропорции и, конечно же, посадка. Но это не удивительно, Светлана, потому что российский производитель, он шьет в соответствии с российскими ГОСТами, в соответствии с российскими размерами. Очень хорошая ростовка. Давай еще раз, Светлана, расскажем. Брюки смотрятся превосходно. Очень красивая матовая ткань. Еще раз, можно про состав? Итак, дорогие друзья, это одна из самых дорогостоящих тканей. Самые последние современные технологии позволили сейчас шить качественные вещи из качественной ткани. Итак, сюда входит вискоза, сюда входит эластан. Так. Здесь есть даже маленький процент хлопка и полиэстер. Каждое волокно отвечает за свою функцию. Обратите внимание, эластичность ткани... Есть! Вы видите сейчас, насколько наше полотно тянется, но не вытягивается. Дышащая ткань, комфортная. Я вам могу рассказать о своих ощущениях, насколько мне комфортно. Мое тело дышит. В этих брюках вам будет очень комфортно в самое жаркое время года. А ты знаешь, Светлана, мне комфортно, что не надо никуда идти, выбирать, примерять, что можно вот так смотреть наш телеканал и просто дистанционно заказывать. Посмотрите, какие стильные, яркие, насыщенные. Синий цвет, просто бесконечный цвет. Классическая форма брюк сядет на любую российскую фигуру. Снимайте трубку, набирайте наш номер. Звонок полностью бесплатный. А есть вопросы, звоните, мы ответим. Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим на качество этого изделия. У нас есть время, и мы хотим показать вам качественные ювелирные работы швы. Обратите внимание внутрь изделия. Вы видите сейчас, насколько все качественно обработано. А еще очень главный момент. Вы видите сейчас зону талии. Здесь у нас клеевая ткань. И я всегда говорю о том, что наши производители, компания, которая произвела брюки Позитано, думает о качестве. И самое главное, что именно эта часть, она никогда не вытянется и не потеряет своей формы. Надя, я хочу подняться сейчас к нашей модели. Женя, пододвинься. Итак, дорогие друзья, Евгения выбирает маленький классический каблук, я выбираю балетки, но при этом каждый наш образ, и Евгений, и мой женственный и романтичный брючный ансамбль. Выбирайте блузу на талии, брюки Позитано, любой цвет подойдет вам к нашей блузе. Брюки, которые будут моделировать вашу фигуру. И, кстати, девочки, вы такие красавицы!